Образование – это не только теория, но и практика. Именно с практическими наработками участники и пришли на ярмарку педагогических идей. Игорь Петров принимает участие в такой встрече впервые. Молодой человек презентует проект, направленный на развитие туристического потенциала области. Он вместе с командой организует экскурсии по уголкам нашей малой родины. Экскурсоводы – сами студенты. Нам предложили рассказать о нашем проекте, и я считаю, что это такая возможность, собственно, рассказать как можно большим людям о том, что мы есть, чем мы занимаемся, может быть, привлечь больше активистов. Проект Державинского университета в этом году проводится в 6-й раз. Ежегодно такие встречи позволяют развивать партнерство студентов и работодателей в сфере образования, а также обменяться педагогическими идеями. Основная задача состоит не только в том, чтобы студенты увидели, но и в том, чтобы потенциальные работодатели, а здесь есть и директора школ, и представители Министерства науки и образования Тамбовской области, чтобы они увидели наиболее одаренных детей. В современных условиях, когда наше законодательство позволяет работодателю заключить договор о целевом обучении не только при поступлении абитуриента, но и в процессе обучения, такие конкурсы дают возможность школе заключить, например, договор о целевом обучении с наиболее понравившимся им студентом. Ярмарка педагогических идей – это площадка, где студенты могут презентовать свои оригинальные проекты. Лучшие из них получат поддержку работодателя и возможность трудоустроиться. Олеся Павлова, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».